Настя, я вот знаю, что ты человек очень активный, ты очень любишь путешествовать, часто посещаешь города, села, веси. Да, особенно по весям люблю путешествовать. Ну, Настя, а чего такого? Веси, деревня, села, поселки, ты думаешь, там нечего посмотреть? Ну почему же? Отличные пейзажи средней полосы. И не только. Агротуризм активно развивается и в нашем регионе. На портале подмосковного правительства недавно размещена интерактивная карта ферм Подмосковья. На ней отмечены 37 ферм с указанием названий, адресов и контактов. Также представлена информация об услугах гостям. Среди них дегустация экологически чистых продуктов, прогулки на лошадях, сеансы русской бани, ночевка на сеновале и многое другое. Поездки на фермы позволяют жителям больших городов познакомиться с деревенской жизнью и почувствовать себя ближе к природе. А события в агротуристической сфере региона регулярно попадают в число лучших по версии аналитического агентства «Турстат».